И здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Ви, и мы с вами продолжаем играть в Skyrim. Снова же, у нас, если я правильно помню, 89-я серия. Микрофон все такой же хреновистый, но хотя бы что-то. Хотя бы что-то ради того, чтобы дописать наконец-таки эту серию видео. Ладно. Нас экстренно прервали с вами в пещере, когда мы шли к... Лука Уриэля. Итак, мы продолжаем с вами идти дальше. И, насколько я понимаю, нам... Да, нам сюда. Бретонка какая-то валяется. Ну-ка, посмотрим. Бла-бла-бла-бла-бла. Так, вечерняя пещера. Ясно. Присмертная записка. Наша с вами Сирана опять где-то потерялась. Ладно, хрен с ней. Зараза, не успел. Да, камешки бегут. Фиг с ними. Так. Слышно меня должно быть. Плохо, но должно быть. В принципе, комментариев будет мало, но они будут. За сим я и тянул с прохождением... окончанием прохождения Скайрима, чтобы все-таки хоть что-то докомментировать. Так, пойдем сюда. Кролик, иди сюда, кролик. Я люблю троллей королями называть, не знаю почему, но это еще со времен BFME какого, вроде бы первого. Осталось у меня. Ну, еще парализатор сработал. О, еще один. Иди сюда. Не сработал. Плохо. Но добили. Плевать на стрелы. Побежали. Ай, чертова хрень. Так, если это я правильно помню, это у нас Фалмер. Пойдите. Здрасте. Вам нечего здесь бояться. О, явилась. Не запылилась. Хело. Кто такой? Я рыцарь-паладин Гелибор. Добро пожаловать в благую землю Ауриэля. Ну ок. Ауриэль, Ауриэль, Алкош, Акатош. Много разных имен у повелителей снежных эльфов. Предпочитаю называться снежным эльфом. К фалмерам путешественники относятся с предубеждением. Несчастных, которых вы называете фалмерами, я зову преданными. Конечно, вам нужен лук Ауриэля. Зачем бы еще вы могли явиться? Я могу вам помочь заполучить его, но сперва мне нужна будет ваша помощь. Как всегда, а? Ладно. Какая? Я прошу тебя убить викария Виртура, моего брата. Родства между нами больше нет. Я не понимаю, чем он стал. И он уже не тот брат, которого я когда-то знал. Это все преданные. Они что-то сделали с ним. Я только не понимаю, почему Ауриэль это допустил. Потому что... Они напали на храм без предупреждений и стали убивать всех без разбора. Благая земля всегда была местом мирного поклонения. У меня под началом был небольшой отряд паладинов, но куда нам было тягаться с ордами преданных? Они перебили всех и штурмовали внутреннее святилище. Вот тогда-то, кажется, они что-то сделали с Виртуром. Он жив. Я его видел, но что-то не так. По виду не похоже, что ему больно, или что он томится в заточении. Он просто стоит и смотрит, как будто ждет чего-то. Оставить дорожные святилища без охраны значит нарушить мой священный долг, как рыцаря-паладина Ауриэля. К тому же нападение на преданных, засевших во внутреннем святилище, окончилось бы только моей смертью. Ну ладно. Да. Позволь показать тебе.
Давай, показывай. Чего ж тут? Ну хрен ли ты стоишь, иди давай. Времени мало. Итак, это магия снежных эльфов. Невероятно. Это называется дорожное святилище. Их использовали для медитации и для перемещений, когда благая земля была местом просветления. В этих святилищах прилаты учили посвященных мантрам Ауриэля. А что означает эта чаша в центре? После чтения мантр посвященный погружал церемониальный кувшин в чашу в центре дорожного святилища и переходил к следующему святилищу. Выходит, этим посвященным приходилось таскать тяжеленные кувшины с водой. Великолепно. И долго они их так таскали? Когда просветление посвященного завершалось, он приносил кувшин во внутреннее святилище храма. После того, как посвященный выливал содержимое кувшина в священную чашу, он мог войти, чтобы побеседовать с самим викарием. И это только для того, чтобы потом все вылить? Как по мне, совершенно бессмысленно. Это символично. Нечего было и ждать, что ты поймешь. Ладно, займемся этим. И мы должны проделать всю эту ерунду, чтобы попасть в храм, убить твоего брата и заполучить лук Ауреля? Я знаю, как все это звучит. Но если бы был другой путь, я бы сам давно это сделал. Единственный способ добраться до моего брата — пройти по следам посвященных, переходя от одного дорожного святилища к другому, как это делали они. Первое святилище находится в конце вечернего перехода. Это пещера, которая символизирует отсутствие просветления. Вот как же я это ненавижу. Слишком дохрена звездить ради того, чтобы выдать одну фразу, которая могла перекрыть все это звездение. Вот. Всего их пять, и они довольно далеко друг от друга. Все на благой земле. Пещеры? О нет. Благая земля, как ты очень скоро обнаружишь, это не просто несколько пещер. Но прежде чем я отправлю тебя в путь, тебе понадобится кувшин посвященного. Ну так да. Возле каждого святилища ты найдешь призрачных прилатов. Они позволят тебе зачерпнуть воды из чаши святилища, как если бы тебе уже удалось достичь просветления. Возможно, это наша последняя беседа. Если у тебя есть еще вопросы, советую задать их. В противном случае, все, что я могу тебе предложить, это моя надежда на твое успешное возвращение. Все, иди отсюда, бесишь. Вот серьезно. Все, поехали. Постараюсь ничего не пропустить. Потому что есть что там поискать. И надеюсь, я это все найду. Так. Это было совсем не так неприятно, как я ожидала. В этом есть что-то успокаивающее. Мне как будто стало немного теплее. Угу. А какой у меня там? А, не, все нормально, третья. Вот эта вот хреновина, она просто показывает нам путь. Куда она? Тихо. Меня тут нет. Меня нет. Я не хочу с тобой драться. Уйди отсюда. Твою... Ладно, еба. Фигарим его. И вот зачем анимация добивания, если ты не добил его? Вот, вот... Спокойно, 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 спокойно. Тихо, здесь никого нет. Но... По крайней мере...
Сиран, не лезь. Я не хочу драться. Это лишняя трата времени. А ты откуда нарисовался? Проходите, господа, не задерживайтесь. Иди сюда. Сука! У меня других слов нет просто. Этот сраный Корус мне не поганил. Твою мать. И Сиран еще нарвалась. Вообще молодец. Хотя. Где? О! Не помогло. Ладно. Кто еще тут живой? Сирана, ну мать твою, дай пройти. Дай пройти уже. Не, я, конечно, не из тех, кто любит по стелсу проходить, но... Блин. Ну, банально, мне хочется побыстрее закончить с этой игрой уже. Вот честно. Просто побыстрее. Твою мать. Ладно. Заберем. Оно обратно активируй. И сейчас это дерьмо встанет, да? Да. Сирана, не лезь. Да я его заберу. Слышно? Ну, сволочи живучие, а. Ну, вылезай уже, я знаю, что ты вылезешь. Бежим. Похоже, эти фалмеры останутся. Наверное, это их тот священник нас. Хорошо, что я доверяю своему слуху. Ну меня, слава богу, не заметили. На твою мать. Это что сейчас было? Ты дерёшься хуже, чем воняет. Слышь, я тут охотник. На тебя вхлебала. Ха! Еще и сработало. Как эта хрень называется? Ушли, наверное. Паралич. Верни мне зрение. Попробуем тут по-тихому пройти и по-быстрому. А, вопрос только куда идти? Что я не помню. Я проходил эти дополнения, да, но... Сирана, мать твою, ну-ка по-тихому. Но ёп... Окей, ладно. Да иди так, Еха. Ты сейчас серьезно? Либо все пролетает через эту тварь, либо я косой слишком.
летящих стрелили. Чисто в тело стрелы летели. Серьезно, да? Ну давай же, японский ты... Так, есть. Ну, лети сюда, на. Сюда лети. А, это кто? Ладно. Так. Я их... Хрена не вижу. Окей, ладно, попробуем сюда идти. Да, нам сюда. Вроде бы. Да. Пофигу, Сиран не подохнет. Она вампир. А у меня есть силы, чтобы пробежать это все дело. Так, нам сюда. Да иди ты. Идите в баню. Это нельзя добыть. Да, нам туда. Все нормально. Так, бежим, 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 бежим. Жим стоя делаем. Иди нахрен своим луком. А, да... Иди, иди так легко. Так, бежим, 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 бежим. А, я сбежал к тебе, походу. Иди отсюда. Не хочу с тобой драться. Иди. Сколько еще бежать-то по этой пещере, черт. Так, я ступка. А, ни хрена не видно. Кто там? Ты что, меня догнала, что ли? Ладно. Где тут цепь? Ну ок. Мерзкие твари. Ладно, поможем. Ты откуда? Ну, заберем. И это, мать его, не вся локация еще. О, кстати, возьмем. Я не знаю, нахера это все собираю, но... Привычка. Так, бежим сюда. Району. Игнорим. Ядовитые цветы нафиг. Ну, штуки бросать. Сабле. Нахт пошел. Ну вот нахрена опять показали эту анимацию. Мать вас. Вот я не понимаю. Вот, ну нахрена. Ладно, бежим дальше. Вот, ну это сраное святилище. Здорово. Добро пожаловать, посвященный. Это дорожное святилище света. А я думал, тьмы.
хочешь почтить святые слова Ауриэля и наполнить свой сосуд его просветлением? Да, хочу, давай уже. Тогда узри дар Ауриэля, дитя мое, и да осветит он твой путь к покою внутреннего святилища. Ну, звезди меньше, делай больше, на японский ты бог. Откуда свет-то пришел? Слышь? Нет просвета уже. Да осветит ваш путь сияние Ауриэля. Заткнись. Все, уходим в забытую долину. Рана наша появилась. Вроде все нормально. Не-не-не-не-не. Нам всю. Где? Так. Я вот не помню, только наверх или вниз. Вот посмотрим. Попробуем наверх. А, ну смысла тут почти никакого. Это невероятно. Как будто совершенно другой мир. Ну давай. Лук должен быть где-то в этой долине. Да, считай, смысла никакого нет. Ну вы... иди нахрен, а. Серьезно, иди отсюда. Зачем это показали? Я все равно здесь далеко уже от них. Вот теперь правильно показали анимацию. Так, ладно, бежим дальше. Так, небольшая такая сводочка. Мы сейчас вообще в другой локации оказались с вами. Точно так же, как эта пещера, что-то. Тоже в другой локации является, так и... Это территория тоже. Наша с вами цель — это 5 ледяных великанов, у которых должны быть 5 парагонов. Здоровенных камней. Ты откуда взялся здесь? Почему я не могу натянуть тетиву? О, все, закрепилось. Хорошо. Так. Да, у нас тут выходит, что нет никаких ориентиров, кроме как вот этот забытая долина. Ну, пойдем с вами через все. Заходим в пещерку. Эти 5 парагонов нам, ну, ребят, надеюсь, вы, если летаете, не проходите через эти ворота. Кто там? Хорошо, что я доверяю своим. Так, ну, сюда нам нафиг не надо было. Да, великанов здесь нет, здесь только корпусы. Ёпта. Что все новое мне слово придумал. Так, вот наше первое святилище. А, и параллельно нам надо. Ну, великаны и 5 парагонов — это не обязательно. 5 святилищ — это наша цель. Да. Знаю, хочешь спасибо. Почти? Да, давай. Тогда узри дар Ауриэля, дитя мое. И да ускорит он твое путешествие к внутреннему святилищу. Открывай, мать твою. Территория святилища? Интересно, куда это ведет?
Окей, ладно. Зачерпываем. Куда? Это вечерний проход нас ведет. Я не любительница солнечных ванн, но даже они лучше, чем это. Но солнца здесь нет, как бы, не возникает. Ладно, мы будем искать этих 5 великанов, потому что они, вот мне они нужны. Лично мне они нужны. По... Длюги такие. Так, ладно, побежали дальше. Так, проход раз, проход вон там я видел два. Ладно, пойдем по нему. По этим проходам. Вроде никого пока что. Но твою... Мяу. Раз, два, три. Будешь знать, что у вас всех уроды. Мне те, что дома, больше нравились. А ты еще откуда? Сверху откуда-то. Тупой вопрос, все равно. Теперь мы пришли на большущую локацию. Ну, как большущую. Ничего подобного на моем острове не видела. Не совсем большущую, но достаточно большую. И здесь, по-моему, сконцентрированы как раз-таки эти великашки. Вон, кстати, вижу еще одно святилище. Не обязательно прыгать, это я прыгаю как кролик. В принципе, вот проход есть. И он идет туда, к верхней. Твою мать. Ну-ка. Присел, обострился. Все равно надо и пройти. Так, где-то здесь, я помню, был первый великашка. Или здесь где-то. Ага, вот она вроде бы платформа с парагонами. По-моему, я не помню. Давно играл. Да, вот она эта платформа. Здесь у нас будет открываться дверца. И парагон соответственно. Вот он. Вот таких вот чудо-юд нам надо убить 5 штук. Потому что парагон они так просто нам не дадут. О, парализатор. Обожаю этот скилл. Дай. То перебор, то не... Добор. То он встает, когда не надо. Да, двусмысленная фраза. Но сейчас я имею в виду именно Вилли. Что? Серьезно, да? Итак, здесь у нас с вами сапфировый парагоша. Сапфировый парагоша и ничего более. Итого нам осталось 4 парагона найти. Для полной коллекции и, в принципе, для прохода куда надо. Итак, первый великаш у нас напротив платформы с парагонами. Зафиксировали. Вот он второй, кстати. Великаша. Так, сюда мы поднимаемся каким образом? По лесенке. Да, вот к платформе можно как раз пройти по этой долине и по лесенке подняться вот сюда. Но сейчас мы будем валить вторую великашку. Что на месте, скотина?
чувак. Хорошо, что я доверяю своему. Почему не слушаешься, что ли? Этого даже мой пес не делает. Будешь знать. Отлично. Поехали дальше. Забираем у этого великашку. А, так, Бонитова секира нафиг. Аметистовый парагон здесь есть. Так. Да. Ну, возвращаемся к тому святилищу. Наполним кувшинчик лишний раз. Прошу прощения, что иногда меня не слышно, но... Блин. Мне как-то немного сложновато сидеть таким образом долгое время, чтобы меня было слышно через этот старинный микрофончик. Но в нужные моменты я буду приближаться. Третье святилище с вами. Тебе удалось. Да, спасибо. Открывай давай. Тебя, дитя, ибо ты теперь на шаг ближе к внутреннему святилищу. Так. По-моему, великаны стоят просто на открытой местности и нигде в пещерах не сидят. Я не помню точно, по-моему, это так. Да, по-моему. Ну и что, найдем мы их всех. Потому что без этого я отсюда не уйду. А, святилище зрения, у нас портал есть. Ну это если что. Так, ладненько. Она полнит тепло. Уйди. Ауриэля, ваши тела. Сгинь, призрак. Так, ну давайте посмотрим вот здесь. Если здесь великашки нет, то забираемся наверх. Великашка есть, мы его валим и уходим. Но великашки нет, значит просто уходим. Да. Так, просто уходим наверх. Музыка, кстати, классная. Ну не то чтобы классная, но хорошая. Под стать этому месту. Ой, ёжик. А вот это вот местечко я помню. Это та ещё жопа будет. Да. Давайте сначала осмотрим это место. А позже уже посмотрим. Туда как будем делать, потому что здесь будет жопа. Вот явно. Явно, явная. И большая. И со скрытностью здесь ничего не сделаешь. А здесь и рано. Снова потерялась. Ладно. Алая в бар, как говорится. Раз. И два. Ну-ка, подсюда. Сюда идем. Ну, допустим. Мимо. Ну ёл, а где Торшуль? Слышь? Я нихера не понимаю просто. Так, ну иди сюда уже. Хочешь получить звездюлю, иди сюда. Да,
я сейчас бог. Если у меня нет зелий. А у меня зелий нет, значит я подыхаю. Секунду. Где? Быстрое лечение. 75, 300... Вот она. Идите нахер. Ладно, сделаем вот так. Кит побыстрее будет. Сюда иди на. Куда еще сюда? Нет, нет. Не сюда на. Как ты хрень называется? А не попадай. Да что? Ну херму такое. Ладненько. Да куда ж ты, подлюга ты, чертова? Сидеть. Есть, конечно, крикетный набор помог бы, но у меня его нет, потому что я проходил. Квест. Куда ты отлетел от меня? Слышь? Да иди. Ну сдохни уже. Последний удар. Ну уже. Есть. Один. От одного избавились. Уже хорошо. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, с одним драконом уже всяко легче справляться. Куда ж ты поперся? Нет, нет. Никто шатли не видать. Горим уже. А он тебе и не бьет, знаешь. Он меня фигачит. Будешь знать. Вот так, не кинь, другой стрела. Так. А, охраняли они, если я правильно помню, святилище со словом силы. Да, вот. А вот теперь правда солнце. Давай, учись. Высасывание жизненной энергии. Ладно. Так, тут мы с вами сработали уже. И у нас скрывается вид сюда с водопада. Где еще три великашки? Напомню, надо еще найти три великана. Еще три великанчика. Мне нужны все парагоны. Если я на четырю, то они работать не будут, так что... Не, это не надо.
я читер, но я порядочный читер. Так, давайте посмотрим здесь. Они должны быть в пределах этой локации. По поводу их нахождения в пещерах я не помню ничего, следовательно, вряд ли они там находятся. А нас, а сюда нас не пускают. Что это, птица? Ладно. Ну, мы можем обойти вот таким образом, и вроде бы... Вроде бы да, вроде бы здесь он должен быть где-то. Один из великих каш. Или мы снова идем в гнездо корусов. Одно из двух. Куда ты меня несешь? Водичка, вода, вода, вода. Пещера, крутой склон. Ну-ка, посмотрим-ка, что у нас дальше здесь. Твою мать. Я идиот. Надо было идти по стелсу. Забей его уже. Чтоб ты... Подлюга такая, а? Давайте сначала в пещеру сходим. Я оценил запас сил. Заодно. И посмотрим, что у нас тут есть интересного. Ну и сиран заодно становится. Посмотрим, что будет, если подняться. Кроме Палмера наемника. И мастер Уэр. Грибы собрать нельзя, жалко. Это хрен нам снова показывает путь куда-то. Походу мы просто поднялись. Кто там? Хорошо,
Давайте попробуем в Burning Woods сыграть. Будешь знать. Хоу. Мы просто поднялись с вами, видимо, на... Что-то мне это кажется немного странным. Тут чашки стоят, здесь никого. Ладно, мы просто поднялись с вами выше. Мы с вами шли внизу вдоль реки. Где-то река только. Вдоль вот этой реки. Вышли мы выше, чем... Иди отсюда. Я сюда сказал. Ты что против меня? В жопу. И еще один туда же. Да чтоб ты сдох. И ты тоже. Уйди отсюда. Ты как стоишь, мать твою? Кто меня бьет? Я все равно не понимаю, кто меня бьет. Мерзкие твари. Окей. Все равно я вижу этих гигантов. А, здесь можно было бы пройти, если бы мы дошли до конца реки. И подняться вот как раз с той стороны. Вообще-то я все равно гиганта не вижу. Хотя он тут должен быть. Да иди так. Уйди от меня. То есть тут тупик. А, не-не-не-не-не-не-не-не. Мы бы отсюда пришли наоборот. Если бы мы дошли до конца... Даже не до конца, а... Да в самом начале еще было, этой речки, что если бы мы прошли через ворота, мы бы поднялись тут и пошли поверху. А так мы дошли до пещеры и там уже поднялись. Ладненько, допустим. Возвращаемся тогда обратно к пещерке. Или я что-то недопонимаю? Так, спускаемся. Не, ну вот странно, реально. Вот такие вот... Подношения и без тролля. Ладно. А, да, вот для нас тут мостик. Мостик по мостик. Здесь еще зелья валяются. Ну как валяются, лежат. Силы у меня не останавливаются, это плохо. ХП не останавливается, тоже плохо. Здесь сундучок еще один, не пофиг на него. Мы просто идем дальше, идем на пролом, идем выше. Еще один сундук. Тук-тук-тук. Здесь твой сундук. Привет. Пока. Обожаю этот скилл. Один фаунер наемник, если да, я правильно помню. Лежать, подложить. Зараза, я забыл, эта хрень тратит энергию. Э,
А у меня нет зелья для восстановления энергии. У меня, в принципе, блин, зелья нет. Надо было взять все-таки. Твою... Господи, сколько тут... Ты издеваешься надо мной сейчас? Ушечки. Иди-ка ты к мне, кто подальше. Маги тебе поможет? ХРТБ. Я сказал. Ага, здесь череп кролика валяется. Пусть валяется дальше. Судя по всему, у нас дорога только одна вниз. Слава Джигурдине. Ладно. Блин. Где тролль-то? Там что ли? Уйди от меня. Уйди, я сказал. Уйди, противный. Фу. Фу, противный. Ладно. Пойдем в ледяную расселину. Так. Кролик, вот он валяется. Точнее, ход. Сирана? О, ты ходишь. И не ползком передвигаешься. Почерик. Твою. Да, будешь знать. Как поль... Бедняга. Я думаю, он бы попытался нас убить, но все равно. К льду бегать. Сирана, не лезь. Сирана, прошу тебя, не лезь. Я не хочу с ними воевать. Сука. Нет, нет, падла. Походу придется мне их бить. Чё? Кто там? Да уйди ты. Да ладно. Меня не видят? Классно. Ну и на кой ты дьяволица под хвост залезла ко мне? Полезла за мной, точнее. Ладно. Бить-то бить. Один на один они там справятся.
Ого! Пробегаем. Я не хочу с ним. Мне это песня уже. Честно. Нахер. Сирена все равно. Я ее знаю. Костов, придурок. Который я. Ёптель-моптель. Да идите вы нахер от меня. Всё, меня здесь нет. Идите. Спасибо. Ну и поселение здесь, конечно. Что-то мне подсказывает, что это выход будет. Верно мне подсказывает мой чутье или нет? Собакевич. Было бы прикольно, если бы он сейчас парализовался и свалился бы. Нахрен отсюда. Отлично. Идем дальше. Следующий сказал заведующий. Кушай сюда. Кушай, убрысь. Спасибо. А ты парализуйся. Ну, парализуйся, сволочь. Ну, просто упади отсюда тогда. Упади. Упади. Упади, падла. Убейся. Спасибо. Да. Я уж запутался здесь. А, так понимаю, это выход, да? Да, это выход. Ладно. Что-нибудь слышишь? Да. Кучу фалмеров впереди. Если точнее, это один хлебальник. Он что, сдох, что ли? Или паралич сработал? Серым, серым. Я угадал. Да ладно тебе, мать твою. Кто там? Господи, какое же, блин, поселение тут. Ну, других слов просто нет сейчас. Ахахахашечки. Привет. Это прокуркаюсь у вас. Не против? Надеюсь, что нет. Так, тихо, не надо падать. Окей. Ну, допустим. Никуда дальше что-то не уйдет, ты что? Уйди. Уйди с моего пути.
А, не идет. Ой, да тут да, ушечки. Господи, сколько здесь путей? Это сраный лабиринт. Да и... Сгинь! Сгинь! Ну или меня сбросит, тоже хорошо. Я уже, блин, сам не понимаю, где я нахожусь. Какой жопе я сейчас. Ну, сейчас вылезет отсюда, да? Нет? Спасибо. Почему в темноте мне не снабдится сил? Серьезно! Снова деревня. Тихо. А, надо быть спальней. Допустим. Так. Тебе удалось, да? Да пребудет с тобой благословение Ауриэля на пути к внутреннему святилищу и окончательному. Ага. То есть это у нас уже внутреннее святилище выходит, да? Да. А, следовательно, я где-то... Совершил ошибку. Ух ты, никто шатли. Классно. Не знаю, зачем я это сделал, но уже пофиг. Зачерпываем водички. И у нас есть либо святилище зрения, вечерний проход, святилище познания. Давайте-ка святилищу познания тихо-слэш-тп сделаем. Тирана. Блин, я уже... Ох. Так. Да наполнит тепло Ауриэля ваши тела силы. Ты хоть тресни мне полбу, я не помню, где еще три. И ты тоже не помнишь. Не надо мне тут. Ему так смотреть выразительно. Да наполнит тепло Ауриэля. А, давайте попробуем. Нет, сияние нам сейчас не надо. Давайте в зрении попробуем.
Пусть свет Ауриэля хранит вас в самые темные ваши часы. Нихер взять перед моим носом. Ну ладно. Хотя не. Мы пойдем с вами пешочком. Никаких тислэш-ТП. Авось найдем этого урода. Этих трех уродов. То ли я тупой, то ли уже нет. Ну, скорее всего, первое. Потому что, блин, иметь 10 долгов в универе за 2 года обучения, это еще постараться надо. Наполнит тепло Ауриэля ваши тела. Почему я не люблю ОБС-ку? Так это потому, что нельзя стоять на паузе. Ну-ка за охранку пройдем сейчас. Здрасте. Это пробегом. Я не задержусь тут надолго, не надейтесь. Серьезно, да? Я сейчас нихера не понимаю. Вот честно. Нахера я полез в этот грот? Нахера я вообще что-то делаю здесь? Так, вот мы приземлились.
нашли обратный вечерний переход. Окей, ладно. Тогда обратно идем. Пойдем по маркерам. А вот что будет хорошее. Ну, допустим. Не останавливается. Чуть-чуть подождем. Я больше люблю ночь. Как в игре, так и в жизни. Первый, точнее второй валяется, который мы завалили сверху. Там валяется еще один. Один, я помню, должен быть в поселении Фалмер. Мы с вами проштудировали два поселения. И там ни одного великана. А еще два, я не помню вообще где должны. Возможно, тут еще один сидит. Пройдемся вдоль реки. Посмотрим, может реально тут где-то сидит один. Зашкерился мудила. А, стоп. Может тут уже были. Мужик. Открой мне святилище. И теперь, тогда вперед, дитя мое, и да укрепит Ауриэль твою решимость достичь внутреннего святилища. Собака. Вот собака. Да я пока не пойду, идите нахер. Пусть свет Ауриэля защитит. Он этого не сделает. Окей, Яндекс. Хелпани побыстроляну.
самым говорит Яндекс. Аметистовый, который у нас уже есть, насколько я помню. Да, аметистовый, вот он у нас. Бриллиантовый. Неподалеку от внутреннего святилища. Изумрудный Великий Каньон. Пусть свет Ауриэля защитит вас от врагов. Так, одну секундочку. Пусть свет Ауриэля защитит вас от врагов. Сапфиры у нас тоже есть. Пусть свет Ауриэля защитит вас от врагов. Зайдем в дом или в пещеру, хоть куда-нибудь, лишь бы подальше от этого. Так, ладно, отправляемся в святилище решимости. Защитит вас от врагов. А, стоп, мы в святилище решимости. Куда-то по дороге отсюда надо выйти. Возможно, туда. Нам нужна пещера, крутой склон.
всякий случай перепроверим. Нам нужно от святилища решимости пойти по тропинке наверх. Святилище решимости. Угу. Примерно понял, где это. Так, открываем карту. Нам нужно вот в эту сторону бежать. Вот сюда куда-то. Видимо, где-то в пещере я все-таки пробубенил великашку этого. Территорию мы, конечно, зачистили. Плевать. Склон, да? Да. Она самая. Кто там? Ага. Значит, великашка где-то сверху прорубинил. Прямо у входа. Практически прямо у входа. Верхнюю часть крутого склона. Там валяется изумрудный парагончик. Да, я его прорубинил в закутке. Идиот. Так, значит, мы появляемся вот здесь. Бежим, насколько я помню, вот сюда. Где-то в закутке я пропустил великашку. Походу я сейчас про... Твою мать. Ну ёппа мама, а. Чё за стрелки? Твою мать. А, это то, иди нахер. А, вот вообще. Дубль 3. Нахер. Вы что, меня не заметила, что ли?
Дубль 3, бежи наверх. Да, меня это тоже заколебало уже. Сирана, отвали. Вот ты где. Да, вон он где, да. Отстань уже. Надо найти труп или как еще. Выходим обратно. Так, появились мы здесь. Бежим сюда. Угу. Так, ну начал я правильно. Но проштоволосился, прыгнув вниз. Наверх, наверх, еще раз наверх, и вот в этот уголок. Да, я его проклинил. Ну, чувак, иди сюда. Ой-ой-ой. Да иди ты. Не-не-не-не-не. Ну тебя нахер. Я тебя лучше с луком буду шарить. Хать. Этот класс. И куда ты попёрся? Слышь? Ну, мужик, ну, ну, ёпта. Иди сюда. Иди ко мне. Иди поглажу тебя. Стрелами. Да еб... Вот как всегда, в ненужный момент они выходят из паралича. Уйди! Кыш, фубрысь от меня! Ты, сука, где? Кыш, фубрысь, говорю! Вот он, изуродный парагон, чёрт. Так, ладно, идем дальше. Ну, что ты можешь? Изумрудный паровой мотор. Дальше у нас бриллиантовый парагон. Итак, мы с вами должны быть. Фаунерский каньон, святилище сияния. Ага. А как я туда попаду-то? Ладно, неважно. Святилище сияния, значит. Побежали. Нам надо бы на попасть в портальчику. Где у нас святилище-то? Тихо, тихо. А, мы к пещере, что ли, возвращаемся? Да иди ты. Сохранившись, конечно, перед этим. Но по старинке. Окей. Так, нам нужно... Куда? Через святилище сияния пойдем. Может, по-другому... Будет сложно туда добраться. А наше святилище будет вот
здесь. Да. Нам нужно святилище сияния. Сияние, сияние, сияние. Вот сюда. К святилищу, но на самом деле надо будет свернуть налево. Вот сюда. Так, где-то здесь будет пещерка. Ключевое слово где-то. Скорее всего, она снизу. И зря тут скалолаз засели в сторону. Да, леденящая расщелина. Расщелина. Насколько я понимаю, мы в нее входим. А нет, неправильно понимаю. Мы из нее выходим, наоборот. Идем по лагерю Фалмеров. Переждем чуточку. Так, 5 утра. 18 часиков. Так. Ага. Ага. Ясно, понятно, дебил. Ну я в любом случае сюда не доходил даже. Так что можно считать, что я просто не дошел сюда. Или... Или да, я тупой, и я пропустил. Потому что здесь мы проходили. И, по-моему, я опять не туда бегу. Маловероятно, но возможно. Сейчас мы поднимемся наверх. Что ж, тут запутался сам. Возможно, мне надо было как раз таки через пещеру это пройти. Пойдем попробуем, потому что... Ладно, мы пока посмотрим карту. Потому что я чуточку недопонимаю. Ледяная расщелина. Квартал святилища. А, или я не туда шел изначально. Святилище сияния. А, да. Самого, мать его, начала.
нашу ледяную расщелину, надо было идти вон туда. Да, вот сюда. Простите. Или ему хлебало. И вот он у нас. Великашка. Раз. Недолет. А, не попал. А, нет, не попал. Вот теперь попал. Что за бред сейчас был? Раз, два, три, раз, два, три. Да иди ты сюда, скотина. Видели, куда-то в сторону улетела, а я все равно попал. Не прикольно так стопоря. Отлично. Фу. Так, и бриллиантовый парагон у нас в руках. И остался последний парагоша. Который у нас рубиновый называется. И он у святилища. Да, у внутреннего святилища. По крайней мере, нам надо попасть к нему сейчас. Ой, бляха, еще не сдох. Ой, еще не сдох дважды. Ну, давайте снова через фалмерские каньоны что-то пройдем. Это, блин, надо. Бейджин. Уйди от меня. Сраный лабиринт тут настроили с этих мостиков. Помост. Не сюда. Уйди. Я вообще куда попал? Все нормально. Понимаю вас, тех, кто будет смотреть это видео, если такие найдутся, кстати. Но в последнее время мало просмотров. Ну, даже не суть. Так. А, ну мы вышли в святилище как раз таки. Вот у нас внутреннее святилище. Сейчас мы сохраночку сделаем. Всякие пожарные случаи. Так, внутреннее святилище. Вот оно наше. Бежим мы сюда. Так. Есть какой-то огонек. Я снова ни хрена не вижу. Заливаем чашу. В смысле в бою? Ты... О, боже мой. Ладно, подождем. Почему я не люблю ОБС? Если бы я писал через бандикам, то... Снова бы все фанило, хотя сейчас... Вряд ли не фонит.
игру было бы не слышно, я бы кричал, не знаю кто. Ну, как с моей старой веб-камерой. Аллилуйя! Сиес, или как она там? На змеином язычке. Так. Давайте возьмем, мало ли. Эти фаулеры, они вмерзли в лед. Так, нам сюда, к верному алтарю. Интересно. Давно они уже так? Ставим кувшин посвящённого. А я-то думала в каверне душ жить. И наш последний, вот он находится. Интересно, а через дверь простреливать можно? Тихо. Нельзя. Ладно. А ты еще откуда? Да что ж ты лезешь-то, сирана, мать твою кукушку куда-нибудь подальше, в КРБУ. Да иди ты... Нахер! Почему не работает паралич? Я ж стелся до сих пор, слышь? Ёпта, сдохни, мать твою, нахрен! Спасибо. Вот рубиновый парагончик. Интересно, здесь что-нибудь есть? Слушай, может быть у нас получится. Скоммуниздили, дверь закрылась. Мы бежим обратно. Стоим вот здесь. Открывается дверца. Стрела, зелье, 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 стрела, сундук. Гранат, это вызов, снадобье, кинжал. Херна. Забираем и уходим отсюда. Посмотрим, что сундук. Ага. Все, сваливаем. Но. Прежде чем зайти к Викарию, мы с вами все-таки пойдем к площадке парагонов. Потому что иначе все, из-за чего я так страдал, из-за чего страдали так вы у меня, будет зря. Да. Побежали. Нам нужно через святилище сейчас пройти. И нам надо в... Познание, наверное. Да наполнит тепло Ауриэля ваши тела силы. Нет, познание. Да наполнит тепло Ауриэля. В решимости тогда. Пусть свет Ауриэля защитит вас от врагов.
Давайте. Ху-ху! Это она. Мать ее. Так, ладно. Начинаем. Сапфирный. Кислый ТП. Это у нас внутреннее святилище выходит. Здесь не кугошечки. Это закрытая зона, в которой есть камешки. Есть зельюшки. Есть сундучки. Слово, здесь можно достать вот безупречные бриллианты. Вроде бы 2 штуки. И считай все. Безупречный сапфир у нас бесполезен больше. По большей степени дальше. Забираем его. Вставляем изумрудный. Это нас переносит на вершину забытой долины. Надеюсь, меня сейчас вообще слышно. Так. Здесь у нас... Чё-то я не помню, что у нас здесь. Я не помню, что у нас здесь. По мне не свалится. Я понял, что здесь где-то в кустах должен валяться труп. Из-за чего я как раз собирал эти парагоны. Так, одну секундочку. Окей, Яндекс, снова. Потому что я склеротик. Причем конкретный такой склеротик. Так, парагоны, 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 парагоны. Итак, изумрудный. Сапфировый мы использовали. Выступ забытой долины. Я не помню, то ли здесь есть что-то. А, тут ничего ценного. Идем вдоль течения. Угу. Течение.
Так. Идет течение. Ага, ага, ага. Вон это чертово озеро. С этими двумя странными драконами. И вот наша награда с вами. Двуручный меч Бурана, неизвестная книга, второй том, эльфийская стрела, благой стеклянный лук, и в сундучке у нас вот такой вот дельце. Плюс в скелете еще 8 золота. Все, сваливаем обратно, здесь больше ни хрена нет. И это уже точно. Спасибо Википедии. И где-то пьеха. А, блин, это этот. Солнце. Я тоже не люблю солнце, но слава богу, моя кровь пока не кипит на солнце. Так, выходим отсюда, обратно на платформу парагонов. Забираем. Вставляем рубиновый. И это у нас лес забытой долины. Вот как раз это то самое место, куда я и хотел попасть. Лес забытой матью долины. Где-то тут, под деревцем, валяется Фалмер. С нужным мне щитом. А ты еще откуда? Или живет пока что Фалмер с нужным мне щитом? Ролик. А, вот он где. Вот он-то, сволочь, наемник. Что упал? Вот он ты, сука. Щит Ауриэля. Хранит энергию блокированных атак, выполнение слова удара плашмя, высвободит сохраненную энергию. То есть, тот, по кому вы шлепнете этим щитом с зарядом, тот получит звездюлей. Не только от урона от вашего скилла блокировщика, блокировки, но и от самого щита Ауриэля. Да. И щита здесь больше ни хрена нет. Забираем рубиновый парагончик. У нас остался аметистый у парагоша. Это у нас вечерний грот. Здесь у нас сундучок. Аметист зелье, золото и защитный круг. Плюс эликсир легких ног. Все. Здесь больше них тайм-шарфик нет. Уходим обратно. И осталось у нас последнее. Это бриллиантовый, если я правильно помню. Да, бриллиантовый. Портал в ледяную расселину. Здесь у нас стоит сундучок. Где-то. А, вот он. Не видно. Невидимость, золото, зелье, сапфир и защитный круг. И все на этом. Так что парагоны у нас больше не нужны нигде. Все, забираем бриллиантовый парагон и идем мочить викария. Портальчик.
сигнальчик, только портальчик. Да, бежим. Бежим, бежим. Вот наш тислый штпшник. Как в Майнкрафте когда-то было. Так. Телепорт. Светилище сиянием. Выходим и во внутреннее светилище валим. Силы кончатся не в нужный момент, не в нужном месте. Ладно, пофигу, добежим. Аурель. Или это викарий? Я вкуша не имею, кто это такой. Все. Залезаем внутреннее святилище. Нас с вами интересует только одна скотина. Викарий. Блин. Викарий. Открываем дверцу. Всем хеллоу. Посох отдай. Кто там? Серьезно? Почему нельзя прыгать? Да, понимаю, это сложно, но... Блин! Это помогло бы очень сильно. Так, заполним Атронаха, проходим дальше. Стоп! А, нам сюда. Хорошо, что я доверяю. Не, иди нахер. Я из-за эльфийского боевого топора не хочу его убивать. Не пофигу. Так, нам туда. Стоп. У этого что-то в руках было? Обруч водного дыхания? Не, идите нахер. Я уже заколебался за эту серию. А конца и края пока еще не видно. С вами в часовенке. И я, походу, лоханулся немного. Да? А, нет. Все нормально. Нормально. Нормально все. Викарий, здрасте. Чувак, отдай мне лук, а? Ты всерьез надеешься завладеть луком Ауриэля? Да. Именно этого я от тебя и ждал, что ты приведешь ко мне свою очаровательную спутницу. Че? Он что, обо мне говорит? А значит, как ни печально, мне от тебя больше нет пользы. А ты еще отсюда. Так, дайте мне выйти отсюда. Так, где она? Собьют?
Серьезно, да? Смотри, не сбивает. Будем бить. А вот эти полки могут не сбить, скорее всего. Или могут сбить только силовые удары. Да, видимо, силовые сбивают. Обычные не бьют. Ладно, пофигу. Будем бить так. Ветерана видно, уже подыхает. Ну зачем опять это добивание-то показывать? На японский ты божок. Да стоп уже. Сама бы убила. Чё я-то? Впечатляет, но и только. Вы лишь оттягиваете собственную смерть. Сюда иди уже. И чё? Ясно, стена. Да иди ты! Вот как я... Как я... Сейчас покажу колоссию. Слава богу, без голоса. Как меня... Тут замораживаешь, уроды. Трот, ты сидишь, себе спокойно выцеливаешь. Чьи-то хлебали. Тут подходит к тебе какой-то мудила. И толкает тебя. И ты промахиваешься. Вот. Забавно. Не промахиваешься. И сейчас такая же привет. Подошел к вам и упал в стране. Отлично. А теперь ты. А теперь горбатый. Я сказал горбатый. Сюда иди на. Ты в порядке? Держись. Мы выстоим. Я точно знаю. Он там, наверху, на балконе. Пошли. Сюда иди. Да, ты. Че смотришь? Хватит, Вертур. Отдай нам лук. Да как ты смеешь? Я был викарием Ауриэля, девочка моя. Меня слышал сам Бог. Пока преданные не повредили тебе. Да-да, мы все это уже слышали. Гилибором и такими, как он, было просто манипулировать. Посмотри. Глаза Сирана, и скажи мне, кто я? Ты вампир, но тебя должен был защитить Ауриэль. И в тот момент, когда меня заразил один из моих посвященных, Ауриэль отвернулся от меня. Клянусь, я отомщу, чего бы мне это ни стоило. Ты хочешь отомстить Богу? До самого Ауриэля. Мне не дотянуться, но его влияние в этом мире в моем.
моей власти. Все, что мне нужно, это кровь вампира и его собственное оружие, лук Ауриэля. Кровь вампира, лук Ауриэля, это ты? Ты создал то пророчество? Для этого пророчества недостает одного единственного, последнего компонента — крови настоящего вампира. Крови дочери Холодной Гавани. Ты ждал все это время, пока сюда придет кто-то с моей кровью. Что ж, очень жаль. Я намереваюсь исполнить его. Посмотрим, есть ли в этой крови какая-то сила. А ты еще откуда? Вот, по-моему, то ли два, то ли три вчера на меня смотрел. Ну и что он здесь делает? Но все равно сейчас хватит. А куда пошел, скотина? У меня маркер на тебе стоит, мудила. Да иди на. Прощай. Нафиг. Забираю. Это тоже заберу, пожалуй. Итак. Дело сделано. Восстановление этого дорожного святилища означает, что Виртур мертв, и преданные больше не имеют власти над ним. Что? О чем ты говоришь? Вампирам? Понятно. Это многое объясняет. Глубоко внутри я чувствую радость, что непреданные виноваты в произошедшем. Потому что это означает, что надежда еще есть. Когда-нибудь они смогут забыть свою ненависть и научиться снова верить в Ауриэля. Много времени прошло с тех пор, как я чувствовал нечто подобное. Спасибо вам обоим. Вы рисковали всем, чтобы добыть лук Ауриэля. И к тому же вы восстановили храм. Я не могу представить более достойного хранителя для этого лука. Если ты хочешь больше узнать о луке, или если тебе нужны для него солнечные стрелы, я с удовольствием помогу. Тебе стоит только попросить. Пожалуйста, возьми лук. Он твой. Хотя Виртура больше нет, а внутреннее святилище уничтожено, остается мой долг рыцаря-паладина Ауриэля. Я поклялся защищать эту долину и все, что с ней связано, до самой смерти. Некоторое время они будут оставаться открытыми. Если остались еще представители нашего рода, которые избежали предательства гномов, возможно, они когда-нибудь найдут это место. Ладно, храни лук. Вас, Ауриэль. Берем лук. Охренительный лучок. Ну, по крайней мере... Ладно, берем просто без всякого звездения. А, и вот у нас скрывается 5 порталов. Не-не-не, сначала с этим поговорю. Если какая помощь нужна, только попроси. Ну, допустим, вот так. Говорят, это был лук самого Ауриэля. И именно с ним он вышел на бой с войсками Лорхана в стародавние времена мифов и легенд. Нет равных этому луку во всем Тамриэле, а может быть и за его пределами. Угу. Посмотри на мой лук, посмотри на лук Ауриэля, ага. Мой 200. Лук черпает свои силы в самом Этериусе, соединяясь с ним через солнце. Благодаря этому стрела, выпущенная из этого лука, наделена магией. Она обжигает словно огнем. Хотя, может, я и не прав. Вообще-то, это только часть его свойств. С солнечными стрелами ты добьешься еще большего эффекта. Они вызывают вспышки солнечного света, окутывающие твоих врагов. Солнечные ожоги болезненны для всех, но особенно трудно их переносить нежити. Ну, если предварительно обмакнуть стрелу в кровь и выпустить ее из лука, это может привести к совершенно другому эффекту. И извратить назначение этого оружия.
Если, конечно, у тебя хватит безрассудства попробовать. Не волнуй, хватит. Вообще говоря, я могу тебе помочь. Если ты принесешь мне несколько хороших эльфийских стрел, я проведу соответствующие ритуалы. Само собой. За один раз я могу сделать только 20 штук, так что если захочешь, чтобы я благословил остальные, дай мне знать. Так. Сколько у меня стрел эльфийских? Эльфийских 60 штук. Прощай, друг мой. Ну давай-ка еще раз. Само собой. За один раз я могу сделать только 20 штук. Заткнись штук, только, так, пожалуйста, что, заткнись. Чтобы я благословил остальные, дай мне знать. Заткнись. Так, теперь лук. Лук Ауреля. 102 урона, 20 единиц урона солнечным светом. Мне же получает тройной урон. Хм. Мой 141, плюс еще 69 урона огнем и электричеством. Но мой получше будет. Он сияет не так сильно, как я ожидала. Но все же он прекрасен. Ну, до разговора с матерью в Каэрне душ я предложила бы отнести лук отцу. Нет. Но после всего, что она рассказала, я не думаю, что ему можно доверять. Да ладно. Здесь... Ого, тихо. Так, сохранка. 57-я сохранка, запомнили. Ну, да. Но после всего, что она рассказала, я не думаю, что ему... Я все убьем. Пытаюсь придумать какой-нибудь другой вариант, но он попытается расправиться с нами, как только выпадет шанс. Нет, он должен умереть. Выбора нет. Спасибо. Я надеялась, что ты поймешь. Так... Пожалуй, дальше мы с вами уже продолжим в следующей серии, в которой мы закончим наконец-таки с вампирами. И, возможно, начнем со Стражей Рассвета, хотя мне еще надо будет вспомнить, какая там сохранка у нас будет. В общем, всем спасибо за внимание, всем пока, всем-всем удачи. И простите за такие затупки, я уже, по-моему, слишком устал от этой игры. Всем пока.